приглашаем всех на наш праздник до этого, который праздник, я говорю, чтобы они смотрели институт по физкультуре. Проводится обучение по школе мяча у нас. И потом у нас помогает пополнять предметно развивающую среду, материальную базу для игры в пионербол. Поэтому люди заинтересованы в этом. Проучены, и плюс материальные условия немножечко улучшаются, мячи получают.